Макаревич оправдался за оскорбление россиян, оскорбив второй раз. Неделю назад Андрей Макаревич решил оправдать тех, кто покинул страну и переехал за рубеж после начала спецоперации на Украине. Музыкант решил встать горой за друзей и хороших знакомых, посетовав на то, что Россия теряет лучших представителей культуры, обозвав россиян мудачьем, и что Россия – это они, а не вы. Естественно, резкие слова не оставили никого равнодушным. На Макаревича накинулись буквально все – общественные деятели, политики, депутаты, музыканты. В итоге Макаревич решил высказаться еще раз. И новые слова оказались еще хлеще. По мнению Макаревича, множество людей его не так понимают. Чаще всего пишут: «Макаревич опять оскорбил россиян». Дальше этой фразы обычно не идут. И я им всякий раз вежливо пытаюсь объяснить: «Ребята, я не россиян оскорбил, я говорю конкретно о вас, мудаках». «Зря вы думаете, что вы вся Россия», — говорит музыкант. Артист подчеркивает, что несет ответственность за то, что сказал и сделал, поэтому отвечает за каждую ноту и слово. А как ее поняли Коля, Ваня или Вася? Я не нанимался расшифровывать. Пусть сами думают, — отрезал Макаревич. Сейчас рокер обосновался в Израиле на родине жены. Недавно молодая супруга родила сына, Макаревич стал четырежды отцом, поэтому он на время отошел от работы и все свободное время проводит с семьей. Пишите свое мнение.